По статистике, каждый четвертый развод в нашей стране связан с тем, что семья так и не смогла обзавестись детьми. Всего же бесплодных пар в стране 15%. В большинстве случаев причина – здоровье женщины, но в последнее время значительно выросли случаи, когда проблемы есть и у мужчины. Впрочем, репродуктологи советуют не отчаиваться. Так только за последних два месяца в Рязанской области на ЭКО получили направление 76 супружеских пар. По информации областного Минздрава, на учете с диагнозом бесплодия в нашем регионе стоит более 160 женщин, а в прошлом году в связи с успешным лечением 121 пациентка диагноз не подтвердила. Несколько женщин стали мамами благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Подробнее о репродуктивной медицине расскажем в программе «Здравый смысл» сегодня на канале «Россия-24» сразу после выпуска новостей.